А что вы делаете? Кружку упаковываем. Сейчас пойдем отправлять кружку. О, класс. Надежно? Пупырок не жалеем. Круто. И все какой-то, что помогаешь. Да, ты помогаешь. Диванный помощник. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the... Можно идти на почту. Сюкиксик, ты за старшенького, мы пошли по делам. Провожать будешь? Забрали наши кружки, забрали еще очень крутые карточки для значков и также бирки для вещей. Мы сейчас идем на склад пупырок. Пупырочный склад. Пупырковый. Пупырочный. Купим огромный рулон пупырок и будем его тащить домой. Все это только для того, чтобы упаковывать мопсы-кружечки. А также еще возьмем классные мопсы-коробочки и мопсы-пакетики. Что-то очень много мопсов. Ира повелась на рекламу, поэтому сейчас будет пробовать спрайт-огурец. Такие огуречные косточки. С нашим планированием времени мы немножко не успели на пупырчатую фабрику, поэтому поедем туда завтра. Вот. А сейчас знаешь, куда мы идем? Нет. Ну, как это делать? Конечно, знаю. Куда? Сейчас мы идем печатать на сумке принт. Нет, мы сейчас идем покупать мне мороженое. В работе важно что? Ни на секунду не отвлекаться. Все время тратить только на работу и ни капли удовольствия. Приятного аппетита. Но это не про нас. Наша работа – это 100% удовольствие. Это много мопсов, веселья. Вкусняшек. Они для нас играют. Мне дашь попробовать? Ну да. Чикс, тебе вообще нравится? Вечером ничего не успели. Поэтому с самого утра сейчас отправляем посылочку. Узнаем, сколько стоит доставка в Швецию. Вес будет полкилограмма и килограмм. Швеция? Угу. 500 грамм 584 рубля. Килограмм 1032 рубля. Пока мы были на почте и отправляли заказы, нам поступили новые заказы. Но с почтой мы надолго никогда не прощаемся. А Воронеж, кстати, ждите уже кружку, уже да. К вам она поехала. А мы пришли на пупырковый склад. Наконец-то дошли. Огромный! Кто-то уже полопал до меня. Маленький. О, это наши конверты, да? Конверты для значков. А это что такое? Это... На кукурузу похоже. Мы чуть-чуть не рассчитали, купили очень огромную коробку. А вот и человек, пупырчатая рука. Мы тебе пупырки принесли. Признавайся, скучал? Очень скучал. А кто гулять идет? Кто гулять идет? Кекс идет гулять. И знакомиться идет. Пойдем знакомиться. Будет новый друг. Друзья, помните, в апреле мы устраивали для вас конкурс? Так вот, с победителем этого конкурса прямо сейчас мы встретимся и подарим ему его подарок. Кекс бежит вручать подарок. Кстати, твое мнение, мы сменили название бренда, там сейчас название наше новое. Да? Как тебе оно? Мне нравится. Вы хотите что-то сказать? Больше влогов. Больше кексов влогов. Что ты делаешь? Я понял, я не привык.